Настоящий праздник живота. В День России 12 июля на территории Нимлофт прошел фестиваль шашлыка «Основной инстинкт». Гастрономический праздник собрал вокруг себя любителей мяса. Узнаваемый манящий аромат можно было почуять за версту. Главная цель сегодняшнего праздника – отметить День России. Отметить с русским колоритом, с русской едой, с нашими любимыми продуктами. Мясо сегодня – это самый универсальный продукт, который может себе позволить каждый человек. Пока на улице накропал дождь, под открытым навесом кипели нешуточные страсти. В мастерстве приготовления мяса на огне соревновались как опытные ивановские рестораторы, так и новички. Дмитрий приготовлением мяса занимается всего 2 года. Сегодня в меню классический шашлык из свиной шеи. Это еще не изученная для меня профессия, поэтому решил попробовать. Ну, сам процесс мне нравится, готовки и вообще работать с мясом мне интересно. У каждого мастера свой рецепт и свои секреты. Артур Муравян, ресторатор с 20-летним стажем, считает, готовить надо с душой. Только в таком случае получится вкусно, причем любое блюдо. Мы готовим шашлык из курицы, бекон, люля-кебаб, индейка, шейка, баранина, сердечки куриные. Всех секретов приготовления мяса мастер, конечно, не раскрыл, но дал несколько советов, как сделать хороший шашлык в домашних условиях. Я добавляю соль, перец, лук, никакого уксуса, ничего я не добавляю. Просто надо хорошее мясо выбирать для шашлыка, и все. Самое главное – хорошее мясо. Атмосфера – огонь, признались гости праздника. И хотя фестиваль шашлыка на Нимлофте прошел впервые, многие, кто там побывал, с удовольствием пришли бы еще раз. Праздник замечательный, его надо проводить регулярно. Это действительно основной инстинкт. Чем тяжелее, тем больше хочется мяса. И мужчинам, и женщинам. То есть спасибо организаторам, праздник великолепный. Меха беда начала. Дождь, говорят, к счастью. Гостям праздника предстояло не только попробовать шашлык, но и проголосовать за понравившееся блюдо. Победителя выбрали по наибольшему числу голосов. Любовь Подчерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.